В Якутске завершилась акция «Сдай ружье на СВО». Более 70 граждан из столицы и других районов принесли свои личные охотничьи ружья для отправки на специальную военную операцию. Дробовое оружие является одним из самых эффективных способов борьбы с дронами. За время проведения акции населением было пожертвовано 102 единицы охотничьего оружия. Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект, по которому на специальную военную операцию могут быть переданы изъятые у населения гражданское охотничье оружие. Акция является в стране первая, мы первопроходцы, а это касаемо правовых вопросов и определенных характеристик, да, и поэтому наша акция нашла распространение тоже в других регионах. ЦИКом партии это тоже получила акция нашу положительную и довольно-таки хорошую поддержку. Поэтому в других регионах уже тоже проводят данные такие подобные мероприятия по сбору дробового оружия для нужд СВО.